dvhub.ru. За каким призом вы бы полезли на масленичный стол? Каким? Я думаю, это должно быть что-то такое, что... допустим, какая-то... ну, пусть будет очень интересная книга, которая, ну, как бы... которую вот хочешь прочитать, и она вот вон там, и я думаю, что за ней можно было бы слазить даже на стол. Наверное, не за каким. За бутылкой шампанского. Не знаю, за деньгами, наверное. За квартирой. Я не знаю. Зачем? Да ни за чем, я бы не полезла. Не знаю. За кейсом с деньгами. Не знаю, за каким призом? За блинами. За блинами, вот ребенок бы полез. Раньше за сапогами, а сейчас, не, сейчас бы мы снизу посмотрели и все. Ой, я затрудняюсь даже ответить вам. Например? Ну, не знаю. Знаю, за машину. А вы? Тоже за машину. Аналогично? Я вообще не понятно. Даже не чувствовал. Тем более в таком возрасте, как у меня. Не смогу. А у меня, мне не надо на масленичный стол, у меня свои блины есть. Я ни за каким уже не долезу, к сожалению. Да, даже не знаю, за хорошим. Вы знаете, я даже не знаю, мне ничего не надо, у меня все есть, честное слово. Это зависит от допинга, который приняли. Если в норме, то за любым. Ну, я думаю, тут главное, наверное, не приз, а само участие. Поэтому это уже второстепенный вопрос. Зачем бы я полез? Ну, я бы, наверное, полез за эмоциями. Да, вот. Масленичный стол, я бы полез за теплые валенки, потому что зима у нас очень холодная. Масленичный стол, ну, в принципе, можно было бы и за блинами, за пирогами. То есть, ну, не важно, здесь именно главный тут принцип. То, что полезть, поучаствовать, насладиться праздничным процессом. Да самым любым. Обычно зачем лазишь, Руслан? Да за призами различными, блядь. Ну зачем? А если там залез, там тебя блинами накормили, чаем да, напоили. Еще какой-нибудь приз там, не знаю, дорогой выиграл. Ага. Да. Каким призом? Что мы бы полезли на масленичный стол? То есть который висит наверху, да? Правильно? Слушай, я даже не знаю, у меня все есть. Даже ничего не хочется. В квартирах там висеть не будет никакая, или там. Блин, ну так. О, здесь, короче, будет висеть сертификат на какую-нибудь там квартиру. Ну да, полезу. А так. За подушками. Да не долезу я. За самоваром. За машиной. За книгой бы полез. Очень за хорошее. Или по психологии бы что-нибудь новенькое. Или же. Какая-то символика нашей страны, то есть это не флаг, допустим, а что-то такое более креативное, интересное. Ну вот за вот этим. Стоп. Не, ни за каким. Я возрасту по себе.